Привет, зрители и подписчики канала Рик Антона. Очередные центральные матчи. Ла Гэлакси, Ювентус Интер, Шпоры Манчестер Юнайтед и Гунгангоз против Гунгангоза. Не знаю, что это за матч. Давайте начнем с МЛС. Итак, да, здесь надо одного ЦАПа скинуть. И это должен быть игрок МЛС. МЛС, сейчас мы будем его покупать, ребят. В принципе, ничего сложного нет. Идем в МЛС. Трансферный рынок, ЦАП. Так, сейчас, секундочку, еще посмотрим, что здесь нужна. Бэм, сыгран. Все, редкость есть. Да, просто игрок МЛС. 900. Дешевенький, простой. Блин. А, аргентинец. Ребят, извиняюсь. Обязательно аргентинец. Мой косяк. Ё-моё, что ж они такие тут дорогие-то, аргентинцы. Много аргентинцев, как оказалось, в МЛС. Вообще должно прокатить. Да, прокатило. Смотрим, что золотой премиум набор. Смотрим, что нужно гражданство минимум 3. Сыгранность 80, у меня 82. Здесь разные игроки из различных чемпионатов. Можем пробежаться, испанская лига, там, по-моему, итальянская лига есть. Тут, потому что я привязку делал с аргентинцами слева. Ну что, поехали, простой золотой премиум набор, первый СБЧ в центральных матчах и, возможно, сразу волкаут. Последнее время Eurosport дает просто пачками. Нет, в данном случае без волкаута, но 80. Итак, упал еще какой-то набор игроков. Давайте его посмотрим, что в нем. Выставим игрока. Сейчас будем открывать набор. Итак, набор из двух игроков, один из которых редкий. Поехали. Нет, ничего необычного. И даже не экран. Двигаемся дальше в английскую премьер-лигу. Требования здесь тоже очень простые. Игрок Тоттенхэма, Манчестер Юнайтед 2, игрок одной лиги максимум 6, редкий минимум 4. У меня сыгранность 95 получилось, рейтинг 79. Здесь тоже, блин, практически, ребят, все известные футболисты. Что говорить, английский чемпионат против немецкого чемпионата. Электромовый набор редких игроков. Поехали. 12 предметов, 6 золотых, 6 серебряных и все абсолютно редкие. Нет, волкаута опять нет, но возможно экранчик. Да, это он. Бразилец, соп. Двигаемся дальше, ребят. Китайская лига. Игроков из этой лиги минимум 3, игроков из одного клуба максимум 6, гражданство 2. Здесь их пришлось покупать. Ну а дальше добивал итальянцам здесь для сыгранности, здесь связка бразильская, в принципе сыгранность 85, у меня получилось 86, потому что не все игроки покупные, многие игроки из наборов и соответственно у них лояльность сразу максимальная десятка. Итак, поехали, премиально золотой набор игроков, выполняем задание и вскрываем данный наборчик. Ну, я надеюсь, что хоть какой-нибудь топчик упадет. В этом наборе нет, волкаута опять нету, а мы только его и ждем. Но есть экран, что уже неплохо. Милан, отлично. Последнее испытание, игроки Ювентуса Интера. Здесь они, кстати, поднялись в цене. Да, и двух игроков Ювентуса я выставил на трассе. Хотя Интера почему-то недорогие, а вот Ювентуса дорогие. Поэтому здесь у меня и вратарь, непродаваемый, мой любимчик Перин. Он в FIFA 18 падал просто каждый месяц. Вот. Дальше идет игрок из одной стороны максимум 6, редких 4, сыгранность 85 и рейтинг 79. У меня прям получилось четко 79 рейтинг, сыгранность 85. Пробежимся по игрокам, покупных здесь нет. Поехали, электромовый набор редких игроков и за все сборку центральных матчей. Давайте посмотрим, что мы получаем. Я думаю, что это стандартно, хотя честно я не смотрел. Да, набор редких игроков. Поехали, открываем два набора. Редких игроков оставим на потом. Откроем электромовых. 6 золотых, 6. Волкаут, блядь, волкаут. Есть! Тотс, блядь! Хо-хо! Тотс! Центральные матчи, ребят. 85.
Слабенько, конечно. И еще смотрите, кого словил. Что это за игрок? Герой, просто героя словил. Герой, который... так, а как его? 7300. Героя продадим, конечно. Так, тот... блин, ну тот стоит вообще мало что-то. Даже не знаю, есть ли смысл его продавать. Оставим его для продажи, как говорится... на стриме. Ну и поехали. Набор редких игроков. Уже ничего не жду. Валкаут тот уже выпал. Да. В этом наборе не будет ничего. Кроме экрана. Француз. Цап. А, понятно. Поед. Ну что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ловите тотсов. Я спорт это сейчас дает. А сейчас самое время открывать паки. И, конечно же, в FIFA играть не так интересно. Но драфт, я думаю, что точно проведу на стриме, так как до FIFA 20 еще очень много времени, больше 2 месяцев. Ну все, всем пока. Играйте в FIFA 20. Удачи, хорошего дня.